Икона Божьей Матери «Взыскание погибших» – православная икона Пресвятой Богородицы. Создание образа относится к XVII веку. Название иконы возникло под влиянием повести о покаянии Феофила, эконома церковного в ограде Адани. Молясь перед образом Богоматери, Феофил именовал ее «Взыскание погибших». По иконографии этот образ восходит к иконе Владимирской Божьей Матери. Младенец припал левой щекой к правой щеке Богоматери. Правой же ручкой он охватывает ее шею. На иконе Божьей Матери «Взыскание погибших» Христос изображен стоящим на колене Богоматери. Ноги его слегка перекрещены и обнажены от колен до пят. Особенность московского образа в том, что волосы Богоматери не прикрыты ни платом, ни мафорием, что является нарушением иконописного канона. «Взыскание погибших» – это икона отцов и матерей, молящихся о своих детях. Икона утешительницы родительской скорби. Ее еще называют «избавление от бед страждущих». Перед образом взыскания погибших молятся обо всех погибающих и заблудших, о путешествующих и о близких, разлука с которыми неминуема. Один из наиболее известных чудотворных списков иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» находится в храме Воскресения Славущего на Успенском Вражке.